Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа для тех, кто хочет усыновить ребенка. Сегодня мы в Жлобинском районе, и я хочу представить вам девочку. Посмотрите, Вика, вот как бы ты себя преподнесла зрителям? Что бы ты сказала? Ну-ка. Здравствуйте, я Виктория Степановна. О, вы видите, какая артистка, умница. Ты со скольки лет вообще на сцене? Где-то 7-8, уже была выступала 8 лет. А сейчас тебе сколько? 9 лет. А в каком классе ты учишься? В 3-м Д. У меня самая хорошая учительница, ее зовут Олеся Леонидовна. Она самый добрый учитель в мире. А в чем вот это ее мастерство проявляется? Почему ты так ее любишь? Ну, потому что она хорошо объясняет, хорошо относится. Там, когда я сделала ошибку, говорит, ну, что ты не понимаешь, где тебе сложно, давай пообсуждаем. И ты узнаешь. И ты узнаешь все, да? Да? А белорусский язык вы учите? Да, какие учим. Ты слова знаешь? Дякуй. Так. Подъезд, маска, дверы. А какие-нибудь слова, которые относятся до твоего любимого занятку, танцев? Вот как девчина, которая танцует на сцене? Балерина. Балерина. А ты балерина? Да. Можешь покрутиться? Фуэ ты, сделай нам. Так ты настоящая балерина, Виктория! Умничка! Вика общительная девочка, подвижная, занимается хореографией, участвует в различных конкурсах в школе, любит рисовать. Любимый предмет в школе – физкультура. Она веселая, чаще на позитиве, любит похвалу, после нее старается быть еще лучше. У Вики много друзей, она добродушная, разговорчива. Мы все желаем найти ей новую семью, в которой она будет окружена заботой, ей будет уютно и занимательно. Но я смотрю, что ты очень позитивная девочка. Тебя в жизни что радует? Спорт. Так. Танцевать, показывать на сцене себя. Каким ты будешь специалистом? Кем ты будешь работать? И какая ты? Вот представь себя взрослой. Ну, я не знаю, кем я буду работать. Мне много профессий нравится. Я очень люблю животных, кошечек, собачек. Ну, я вообще, когда была, где мне 7 было лет, я хотела лечить животным. Ветеринаром. Да. А потом захотелось летчиком быть. А сейчас хочу учителем по физкультуре стать. Ой, здорово! Виктория к нам попала, ей было 6 лет. Теперь ей 9. Любит, знаете, быть лидером. Вообще участвовать во всех-всех конкурсах, которые проходят в школе. Не пропускает ни одного. Будь то спортивное какое-то мероприятие, либо участие там по русскому языку буслик. Но, знаете, любит путешествовать. Любит в основном со своими сверстниками играть. Наша программа приехала к тебе с подарком. Да, подарок. Игрушка. Что это, как ты думаешь? Сгущенка. О, это целый набор сгущенки. Да. Великий-великий дякуй. Граждане, которые приняли решение о том, что они могут усыновить ребенка, могут получить всю необходимую информацию как в отделе образования по месту жительства, так и в центре усыновления.